Так, добрый день, друзья. Сейчас по вашим просьбам посмотрим мясо рапана. Такое оно без ракушки. Вот такое, вот так вот оно выглядит. Вот, сейчас поближе покажу. Вот так вот оно выглядит. Вот так вот. Килограммовые идут вакуумные упаковочки. Вот он только-только заморозился. Вот такой вот рапанчик. Вот, по просьбам, так сказать, наших клиентов. Вот, так что, пожалуйста, смотрите и заказывайте. Есть? Прямо, да. Все, сейчас еще разок.